льду Лера Кудрявцева и Гвендаль Пейзера. Когда цветных огней гирлянды развесит город на домах, когда в театрах музыканты ждут дирижера первых знак, когда я вечером скучаю, могу ли я тебя просить? Меня к себе на чашку чаю ты не смогла бы пригласить. И у тебя в гостях я замечаю, и в этом есть твоя вина, что, выпивая чашку чая, я пьянею без вина. И под старинным абажуром, что включает мягкий свет, до самой полночи сижу я, и ничего прекрасней нет. Но разговор не бесконечен, пришла пора благодарить за вкусный чай, за теплый вечер, что ты смогла мне подарить. И у тебя в глазах я замечаю, и вот он есть твоя вина, что выпивая чашку чая, я пропьяную без вина. Не бесконечен, пришла пора благодарить за вкусный чай, за теплый вечер, что ты смогла мне подарить. И у тебя в гостях я замечаю, и в этом есть твоя вина, что, выпивая чашку чая, я пропьянею без вина, что, выпивая чашку чая, я пропьянею без вина. Лера Кудрявцева и олимпийский чемпион Гвендаль Пейзера. Я уже знаю этот номер. Слава Богу, уже отработаны отходы. Боже, боже. Вот так. Иван Иванович Пейзера уже. Абсолютно. Да просто Иван Иванович. Ни в одном глазу не Пейзера. Вот что делает с человеком 10 недель в России. Елена Анатольевна, в прошлый раз, увидев этот номер, вы сказали: жалко, что мы не ставим оценки. Что скажете сегодня? Гвендаль так нас изучил, потому что был много-много лет главным соперником русских фигуристов. И на Олимпийских играх обыграл совершенно уверенно пару Ловачева-Авербух. Поэтому танцы русские ему даются уже легко. Сегодня Лера нас всех поразила, потому что мы не видели никакой разницы в катании между партнером и партнершей. Лера, мы вас поздравляем и искренне восхищаемся вами. Александр, как вам игра нашего фигуриста, нашего, я уже говорю, нашего французского? Я отчасти даже в растерянности. Я не знаю, кто лучше, Лера или Гвендаль. Поймите, с одной стороны, да, чисто актерский, а с другой стороны, Лера, я буду смотреть ваши передачи чаще. Утихомирьте это животное. Он тоже хочет сниматься у Тодоровского. Валер, но я не верю, что вы будете злодеем после того, как увидите вот это. Оставайтесь все-таки объективным. Но тут на меня давление идет внутри жюри активно. Внутри жюри уже? С этой стороны, да. Вот слева сидит Бобрин, интеллигентный человек, а там просто какие-то угрозы, нашептывания. А там алкоголики. Я не буду про оценку говорить, я скажу, что, конечно, по артистизму потрясающе все. Причем тут Гвендан выпивал, дразня нас близко, чтобы мы рассмотрели это. Очень тоже убедительно. Он чуть не убил вас рюмками, я сам обратил. Ну да. Но есть, знаете, по драматургии, что еще я хочу сказать, что так мощно начали,
мне вот не хватило чуть драйва к концу. Начало-то такое сразу заводит сильно. Валер, ну я вас хочу обрадовать, судя по всему, да, Валер. Вот Чайковская со мной согласна. Да. У меня появились союзники. Валер, да. Валер, я хотел вас обрадовать. Вы посмотрите на Гвиндаля, он не закончил еще. Это правда. Это да. Он просто... может, это было натуральное? Он просто оттягивает финал. Игорь, вот всегда боязно смотреть во второй раз, когда ребята катаются, но мне кажется, удалось им все так же, как и в первый. В этом прокате практически все было исполнено на 100%. И что меня поразило, господин Пизера, вот здесь вот выпивая, выпил все до дна. Так он уже руку набил, сколько недель-то прошло? Молодцы, все учли и все сделали, на мой взгляд, как хотели. Спасибо, Игорь. Коль! Ну что могу, сейчас, пока Гвиндаль там свои пизера вот это сейчас закончил. А он не заканчивает, поэтому ты можешь говорить. Гвиндаль, hello, how are you? Хорошо. Хорошо? Я хорошо. Я. Вы же не шнапс пили, а водку. На водку 100 грамм. Лера, что ты с ним сделала? Лера, вот скажи мне, пожалуйста. Я понимаю, такая очаровательная девка на самовар. Знаешь, такая, знаешь. Ты про кого? Я про Леру. Такая задорная, красивая. Танцевала блистательно, бесподобно. Я не знаю, что ты делала всю эту неделю, но ты была королева сегодня. Честное слово. А вот этот... стоит, сейчас портит номер. Я сначала хотел поставить хорошую оценку, а теперь мне все время немножко это раздражает уже. А ты ставь Лере, ты не оценивай Пизеру. Он пристает к Лере, вот это что-то там. Это ревность, Николай. Нет, это не ревность, это непонятное. Гвиндаль. Сейчас ты получишь. На тебе шарик. Прав или вив, прав. О, Николай, осторожнее. Слава Богу. Коля. Коля, это же международный скандал. Это идет вразрез с договоренностями Медведев-Саркози. Ладно, 6-0. Уговорил. Я не знаю, что у них там было, но ус у Гвиндаля отклеился. Дима. Не откомментируешь ли ты повтор? Гарная, конечно, панночка из Леры получилась. Что касается Гвиндаля, вы знаете, на самом деле мы здесь видели номер, который называется очень просто. Рождение подкаблучника. Сначала такой крутой парень, пьяница, можно сказать, и так далее. Он привык к женщинам относиться свысока, но Лера не такая. Кстати, здесь Гвиндаль ожил. Я таким его не видел, когда он катался даже на Олимпийских играх, потому что сейчас настолько он вошел плотно в образ. Посмотрите, он здесь делает вид, что у него ничего не получается, но Лера словно говорит ему: Гвиндаль, ты же олимпийский чемпион. Покажи все, что ты можешь талантливо. Даже когда ты не умеешь кататься, изобрази это. То, как ты можешь. Абсолютная синхронность движений, кстати говоря. Мы это видим сейчас. И поддержки, которые стали чище, которые стали лучше. Лера самая скоростная фигуристка нашего проекта. В этом номере она еще самая чувственная. Ну, а Гвиндаль под стать своей партнерши. Я думаю, что он сам никогда не получал такого удовольствия от катания. Мы видим дуэт, который полностью сплотился на фоне своего роскошного номера. И даже здесь, когда она наступает коньком, все его тело просто колышется от удовольствия. Посмотрите на Леру, а! Итак, дорогие друзья, с нетерпением ждем оценок жюри. Игорь Бобрин, 6-0. Я переживаю за оценку Валерия Тодоровского. 6-0. Окушеки флюиды Цискоридзе. Мы это поняли. Оценка народного артиста. 6-0. Елена Анатольевна Чайковская. 6-0. Прекрасная женщина в этом сонме мощных мужчин. Александр Домогаров. 6-0. После давления на Баскова. И... Басков под давлением голосует. 6-0, браво. Общий балл 36. Ну что ж, я думаю, что Гвиндаль Пизера показал плохой пример, потому что дурной пример заразителен, и теперь все наши участники будут буквально кидаться на членов жюри, проситься к ним на руки, чтобы получить оценку 6-0. Дорогие друзья, я хочу отпустить эту яркую пару. Лера Кудрявцева и Гвиндаль Пизера. Юлия Савина.